это остров высокий. В который в большом количестве живут удивительные моллюски. Они называются Арктика и Исландика. Эти моллюски считаются самыми долгоживущими многоклеточными живыми существами. Сколько они живут? Известно, ну, во всяком случае, так есть работы, которые считают, что в Северном море эти моллюски живут более 500 лет. А что, их никто не съедает? Ну, они прячутся. Мы тут выяснили, что они один день выставляют свои сифоны, чтобы фильтровать воду и что-нибудь съесть, а несколько дней просто закрываются и переваривают. Биостанция – это место, где студенты становятся биологами. Поэтому биостанции очень нужны для того, чтобы студенты могли встретиться с той природой, изучение которой они предполагают сделать в своей профессии. Как бы один на один, да, чтобы они сами могли задавать ей вопросы и получать какие-то ответы. Очень важно, когда мы учим биологов, которые никогда не выйдут из московской лаборатории, когда они все-таки имеют некий опыт контакта с природными экосистемами, с природой, вот, потому что это остается у них на всю жизнь. Погода плохая уже второй день. Ну, то есть мы обычно ныряем, когда стоячая вода, то есть между приливом и отливом, но по расписанию. И жестко привязаны. Когда такая вот болтанка страшная, очень часто бывает, что вода не останавливается и постоянно течет. И приходится, как бы ты ныряешь, выходишь, ныряешь, тебя там сносит, все это на волнах. Домой, а вот Аня, идти, собственно, пойдешь? Это может быть нырять. Мне, ну, почему мне подвели красные водоросли? Несет, не несет. А что он назад пить? Да. Как-то... Будет собирать вот то, что ей кажется нужным показать студентам. Гидроидные полипы, мшанки, губки, голожаберные моллюски, там, плавающие рядышком там, какие-нибудь гидромедузы, которых можно в отдельную банку наловить. Их всех видно, все их лапки, и все их челюсти, все видно. Кто кого ест, кто в какой сезон появляется, какая у кого экология, поведение, жизненные циклы. В 15 минутах езды на катере у нас есть совершенно разные места. То есть вот кардинально под водой просто очень сильно отличаются. Это, грубо говоря, тут здесь у нас пустыня, здесь у нас скалы, здесь у нас лес, здесь у нас тундры. То же самое. То есть здесь у нас зона красных водорослей, здесь у нас зона застера, здесь у нас длинные заливные луга литеральные, где можно нырять и смотреть на мелководную живность. И такого сервиса на самом деле нет вообще нигде в мире. Приносят бумажку, и там написано: достаньте мне, пожалуйста, 20 червяков такого-то вида, 16 моллюсков такого-то вида и 16 моллюсков такого. В то место ныряете на такую-то глубину и ищете там вот этих червяков. Каждый день уходит 2-3 пары водолазов. И тут же в Телеграме или в WhatsApp пишем: ваша заявка прибыла, идите забирайте, пока материал не стух. Медузы, которые всех жалят и которых все не любят, потому что они мерзкие, жалящие и склизкие, у них тоже есть проблемы. Это маленькие паразитические рачки, которые едят медуз изнутри. Еще. Да, есть в течение 15 минут, чтобы из вас эти газы вышли. Настя, у нас тут водолаз плавает. Примерно вот. Да, так что смотрите, если у вас рядышком будут пузыри, не бросайте туда, и если будете ехать, то аккуратненько, на медленном ходу.
меня здесь была практика на первом курсе, практика на третьем курсе, как у зоолога беспозвоночных. После того, как отучился в университете, я сюда в 2007 году устроился работать. Через 4 года стал начальником водолазной службы. На станции все равны. Абсолютно. Просто одни занимаются одним, другие занимаются другим. И это очень хорошо, на самом деле. Вообще, это такое правильное отношение к работе, когда у тебя есть горизонтальное... горизонтальное отношение, не давать задания сверху спускать, а именно вот взаимодействие на уровне специалистов. Что там, Зинкевич ходил? А? Вода 10 градусов. 10 градусов? Да, теплая. Ага. Я зоолог беспозвоночных. Но материал для иммунолога? Да, потому что я у них веду занятия. Здесь у нас много всяких гидроидных, вот эти вот колонии, похожие на растения. Вот это двигается, это бокоплав, рачок такой. И вон там вот как большой белый пузырь, это асцидия оболочник. Она относится к тому же типу, что и мы, хордовые. Вот, но я ее взяла не потому, что она такая классная, конечно, а потому что на ней еще растет другое животное. Это мшанка. Она, это такое колониальное животное, они тоже строят домики и фильтруют то, что происходит вокруг. Просто вот как показатель того, что любая поверхность, будь это там камень или другой живой организм, в море всегда кем-нибудь занята. Но мне всегда казалось, что ББС – это такой небольшой осколочек, что ли, социализма некоторого, вот, такого, может быть, даже коммунизма. Ну, нам нравится такой вид отдыха. Это странно выглядит, конечно, что мы встаем в 7 утра, идем чистить лук и картошку. И специально ради этого каждый год собираемся и приезжаем. Поскольку сюда просто так приезжать как бы тоже нехорошо, то как бы считается, что нужно какой-то вклад вносить. Не, ну на самом деле тут просто очень сложно ничего не делать. Это да. Становится очень как бы морально тяжело. Я сюда с рождения езжу, дочь научных сотрудников. Это как-то, когда уже привыкаешь сюда ездить, то потом от этого сложно отказаться. Это подсаживает. Плотность темного пива, вот эта сладость за счет мальтозы, она довольно неплохо сочетается с немножко кислинкой ржаной муки. Но алкоголь, он немножко разделяет, мацерирует мясо, делает его чуть помягче. Да, то по факту можно было попробовать достичь вот такой комбинации того же самого эффекта, что, например, путем, допустим, какого-нибудь ананасного сока и томатной пасты и устричного соуса. Вот, ну и у меня всегда более-менее неплохо было со вкусом, с обонянием. Я учился на химфаке, я доучился 2,5 курса и ушел. Просто есть вещи, в которых ты талантлив, а есть вещи, в которых ты не талантлив. Просто начал готовить, у меня начало получаться. Вот я, получается, уже... Это мой 13-й сезон, получается. Ну, на мой взгляд, вкусно это то, что активирует комплекс ТАС-2Р1 плюс ТАС-2Р3 рецептор. Рецепторы на аминокислотки, рецепторы на глутамат натрия. Вот этот рецептор, да, он активируется тогда, когда нам вкусно с точки зрения того, что мы потребляем высокобелковую пищу. Вы должны увидеть это животное. Вот червеобразная форма тела и голова, на которой вот такие вот крючья, щетинки, которыми это животное ловит добычу. Так вот, червячок нападает на это животное, которое его там в 10-20 раз крупнее, с
садится ему на шею, внедряется, откусывает голову. Монстр вот такой. Захватывает добычу, причем вот такого рачка, как я вам показывала. В голове как раз и сидит червячок. Ой, какой шикарный. И это еще... Интересно. И интересно, что она прямо залезает как бы ей в рот. Мне всегда было странно, как же она проникает, что она, видимо, залезает внутрь, потому что у меня в пробах очень много фрагментов как раз щитинко-челюстных, оторванных странно. Она как-то отгрызает голову. Да. Она отгрызает голову. Но дальше получается культя, Александр Борисович. Это место повреждения зарастает моментально, они очень быстро регенерируют. И хвост без головы может какое-то время жить. Хуже не становится. Новая голова отрастает, это одно удовольствие. Старые мысли остаются в старой голове. Вот это его, собственно, челюсти. Они состоят из вот таких. Видите? Конечно, симпатичные. Видите, вообще самые красивые. Абсолютно согласна. А я различаю вот рачков. Я их всех знаю в лицо, знаю их имена. Более того, я знаю их возраста. Они в разном возрасте немножко по-разному устроены. А если вдруг вы увидите что-то, что вам незнакомо? Вот это случается, понимаете? Очень кропотливая работа. Оторвать ему все ножки, их зарисовать, написать сравнительную характеристику с уже известными. Чем этот конкретный рачок отличается от уже известных. Дальше дать ему новое имя. А вы в честь кого назвали кого-то? Я назвала, да, в честь своего отца мы назвали. Кого? Род рачков маленьких, вот как я вам показывала. Как они, как он называется? Называется перцовиус, перцовиус тридентатус. Трехзубый? Да, потому что там на одной из ножек у него три зубчика, которых у других рачков нету. Потом, какой же у нас еще перцовиус? У нас три перцовиуса, забыла уже я сама. Николай Андреевич Перцов был человек безумной энергии и неотразимого обаяния. Я помню, когда вот я сюда попал студентом первого курса, ну, после первого курса, и у нас каждый день были общественные работы. Каждый студент, который приезжал на станции, каждый преподаватель, каждый научный сотрудник 3 часа в день должен был что-то делать по хозяйству. Поколоть дрова, починить какую-то дорожку, перенести там доски с места на место. Николай Андреевич выходил, и вы что-то делали там на пирсе. И вот он шел и спотыкался, говорил, как вот все ходят, а доска не починена тут на пирсе. И дальше он начинал кого-то просить принести доску, кто-то нес гвоздик. И он лично заменял эту доску, что, в общем, было на самом деле театральным представлением. Но зато, находясь рядом, ты чувствовал себя абсолютно счастливым. Фронтовик, партийный, с блестящим дипломом. Открывалась, ну, просто очевидная карьера. Там аспирантура, потом доцент, потом профессор. Вот-вот. Казалось, ничего не может помешать такой благостной карьере. И вдруг он соглашается на предложение заведующего кафедрой и уезжает директором вот этой биостанции, которая состояла из одной сторожки в тот момент и какого-то хлама, который пережил войну. Были лагерные бараки, они их разбирали, перевозили сюда и строили из них эти дома. У нас тут вот есть несколько домов, построенных из этих лагерных бараков. Распад советской системы отразился? В общем, в этом отношении было трудно. И самое трудное было, когда станция потеряла электроснабжение. 10 лет. 10 лет? Конечно. 96. И это все здесь работало вот без электричества? Кухня перешла назад на дровяную печь. У каждой группы был собственный маленький электрогенератор, который освещал, ну, значит, там, обеспечивал работу микроскопных осветителей, еще чего-то такого. Они тарахтели тут под всеми окнами. И в какой-то момент даже хотели вообще практику отменять. Но как-то вот продержались. И тогда оказалось, что среди руководства РАО ЕС России есть много людей, которые ездили сюда в стройотряд, которые работали на кухне.
И они уговорили, что надо восстановить здесь электричество, и они выделили университету деньги, такой благотворительный транш был, на восстановление линии электропередачи. Ее заново спланировали, провели, построили. Да, да. За это время, вот за эти 10 лет, уже и проводов не было. Нет, их украли довольно быстро. На цвет нет. Да. Это место Сонина, хорошо. Она будет его защищать, а все остальные места он может и занимать. Ага, вот Соня двигается. Привет, кто Соня. Кто сел на мое место? Никто не сел. Пустое, пустует твое место. Вот так он сел. Нет, нет, ничего подобного. Твое место нет, пустое. Нет, пустое. Кто стоит на моем месте, можно? Есть собака? А? Есть собака, есть собака. У меня нету. А кошка? Тоже нет. Вот у меня зато есть такой микрофон. У нее синдром Смита-Маженица. Просто когда Соня родилась, этого еще не было описано, этого синдрома. А, он не был описан. Он не был известен. Нет, ну заметно было. Говорили, что что-то не так. Но что никто не мог сказать толком. Отлично, Соня. Очень здорово. Да. Ну, в Москве она никогда не выходит. Никогда никуда не выходит одна. И, конечно, здесь... лучше. Здесь абсолютно безопасно. И она все знает, она, в принципе, в пределах станции может свободно перемещаться. Спокойно одна выходить из дома, угу. Ходить кому угодно в гости. Ура, коммунистическая утопия, да? Во-первых, это моя работа. Мне за это платят деньги. Во-вторых, я это люблю, и мне это интересно. Могли бы и не предложить быть директором, так кто-нибудь другой бы всем тем же самым бы занимался. Я бы то больше червяков описал. Сделать этих червяков более знаменитыми. Не потому, что им это надо, а потому что это... Ну, им, наверное, тоже хочется быть знаменитыми. Но потому что это важно людям, чтобы они больше знали про море. Ну, а нам нужно только вот это, вот то, что похоже на ржавчину, соответственно, вот это вот масса планктон, то есть там и какие-то мельчайшие рачки, какие-то там остатки, но, в общем, все это называется планктон. То есть сейчас мы его как сортировать не можем. Здесь такая вот. Видно, что тут куча маленькой штучки. Это куча планктона. Мы сейчас ловим одноклеточные, они эукариоты, то есть как мы с вами. И мы будем пытаться найти у них вирусов таким образом, что мы сейчас все отловим, смешаем в одну большую массу гомогенизаторе. И там у нас будут плавать останки вот этих несчастных одноклеточных и супермаленьких вирусов. Вот. Но какие-то из них будут еще живые. И, соответственно, потом мы избавимся от бактерий тем, что антибиотики туда насыпем. Бактерии все умрут, а у нас останутся только вирусы, по сути, с какими-то останками других клеток. И мы это все пересадим на клетки, привезенные нами, клетки насекомых. И эти вирусы, по идее, должны заразить клетки насекомых, и мы это сможем увидеть. Красавец. В чем будет открытие? Что выделение нового вируса из живой природы. Дальше мы будем пытаться выяснять, кто же является его хозяином, насколько широко распространен этот вирус, но это всегда интересно. Вообще говоря, когда мы говорим про практическую ценность, иногда бывает сложно сказать, какая же она есть. И на самом деле непонятно, когда это выстрелит. Ну вот то же самое с коронавирусом, да. Кому это было интересно, на самом деле, где-то на отшибе, да, вот какие-то вирусы, которые поражают летучих мышек. Да, а потом вдруг выяснилось, что это крайне важно. Она сейчас не стерильная. Это совсем не стерильная. Нет,
А это что, что за вирус у вас? Это Криофакт Т4, наверное, самый изученный вирус на этой планете. С него примерно началась молекулярная биология. А вы как стали вообще интересоваться вирусами? Было мне лет, наверное, 13. Мой отец, физик по образованию, он мне порекомендовал роман Синклер, Льюис и Роузмит, где это роман, написанный в 26-м году или 27-м, вышедший, значит, соответственно, Нобелевский лауреат по литературе Синклера Льюиса, где есть потрясающая жизненная история, и герой его открывает бактериофагию. Вот. Ну и как-то, так сказать, через год было решено сделать детский эксперимент, еще это было советское время, 87-й год, на биологическом спутнике. Авторы этой идеи пришли во дворец пионеров, ну как-то, значит, просили, какие, у кого есть идеи. В итоге наша идея понравилась, и мы ставили эксперимент с так называемыми лизогенными культурами на биологическом спутнике, исследуя влияние космической радиации на, ну, скажем так, генетический аппарат бактерий с помощью индукции бактериофагов. Мы отправляли штук 20 капсул бактерий, потом их там 2 недели бешено титровали, все получилось. Все получилось? Да. В космосе фагов становится в 2,9 раза больше, как сейчас помню. Выделение кардиомиоцитов сейчас, вот я заканчиваю. Зематическое выделение сердца, вот уже желудочек остался. Перфузируется раствором, который разрушает белки, в том числе и соединительную ткань. Физиологи, как мы, занимаемся конкретно вот электрофизиологией сердца, механизмами формирования и регуляции электрической активности сердца. В основном исследования направлены на разработку методов борьбы с аритмиями. А вы почему решили стать физиологом? У меня была детская мечта о старших классах стать микробиологом, разработать биологическое оружие, чтобы уничтожить Америку. Вот. Но я познакомился на первом курсе, вот, собственно, с завкафедрой физиологии генералом Ашмарином, который мне объяснил, что он полжизни как бы занимался этим. Пройдя через все это, он считает, что это уже не очень перспективно. Гораздо лучше вот что-нибудь изобрести, чтобы по-хитрому как-то воздействовать там, на врага, изменяя его поведение. Вот. Ну, на кафедру пошел поэтому, а дальше уже занесло в сердце случайно. Так вот судьба сложилась. В целом, в 2004 году, когда я вот как-то... Ну, решил уже остаться в науке. Но ситуация-то была достаточно беспросветная. И только какой-то задор молодежный вот, позволил все-таки остаться в науке. Но тогда, если бы мне сказали, что будет вот в итоге так, я бы очень удивился. Да? Да, я не ожидал. Я думал, все будет хуже гораздо. И из моих однокурсников, ну, так, не знаю, человек 20-25, наверное, уехал. А вас когда не звали работать вообще за границу? Ну, в Финляндию, в Америку, в Англию. А вы? А вы? Ну, а я здесь. Ну, да, ну, в смысле, даже не было... Какие-то размышления были над темой? Нет, да? Не было, не было. Никогда никаких сомнений не было? Никаких, да. Не только никаких не было у меня, но и ни у кого в моей лаборатории никаких сомнений никогда не было и не будет. И мы, в принципе, не берем людей, которые как-то об этом задумываются. Которые настроены уехать, да? Да. А зачем нам растить кадры для Запада? Ну, большая часть у нас лаборатории именно иногородних, потому что они мотивированы как следует работать так, чтобы остаться здесь, работать именно в Москве, именно в МГУ. Но, конечно, это и мы создали такие условия, что это возможно было. Вот. Ну,
Ну, а мы их создали благодаря тому, что есть все-таки государственная поддержка науки. БС – это успешная попытка создания идеального общества на ограниченной территории. Но на ББС хорошо именно тогда и именно тому, кто что-то сюда вложил свое. Кто просто приезжает, ничего не сделал никогда для этого места, просто приезжает там отдохнуть, тому тут будет некомфортно, и он это не будет больше делать, скорее всего. А тот, кто вложился как-то, или в молодости тут строят рядах, пахал там, или что-то вот тут построил или наладил лабораторию, тому тут будет комфортно, будет себя чувствовать в своей тарелке. В какой-то степени это коммунизм. Фух. А это мы тоже сами построили, кстати. Да? Да. Вот эту спортплощадку построили целиком сами. Притащили брус, все сколотили, купили вот это снаряжение, скинулись. У меня здесь две построенных конструкции. Это водолазка сама и вот это вот. И то, и другое мы строили сами. Здесь занимается куча народу, когда здесь студенты. Иногда не протолкнуться бывает. Очень оказалось удачное вложение сил и лежащего просто так груза. У меня была возможность в Сингапур тогда, в Китай. Вот. Ну, прям да, звали, да? Ну, прям звали, да. То есть прям я... А, и был и Патагония. У меня прям были контракты в руках. Патагония. Да, я прям вообще прям... Да, там заповедник. В общем, я читала контракты, думала, кумекала, и я поняла, что... Ну, короче, нет. И у меня очень рано родился ребенок мой, и мне был 21 год. Как ни странно, в России у меня вообще было больше ресурсов. Вот, поскольку я имела в виду и свою карьеру, и плюс еще, конечно, выращивание и воспитание сына. Угу. Вот, и, например, с точки зрения образования, у меня бы никогда в жизни бы не хватило денег на то качественное образование, которое получил мой сын в России. Есть всякие коллаборации, то есть, грубо говоря, там супер-пупер приборы, которые у нас нет, или, например, которым доступ там есть огромная очередь, можно просто договориться и работать вместе. А вы в какой момент получаете больше всего удовольствия? Ну, удовольствие – это дофамин, серотонин и окситоцин. Вот, дофамин я получаю, когда у меня есть какой-то результат. Ну, например, я что-то посел, у меня выросло, вау, дофамин. Вот, окситоцин, очевидно, у меня получается, когда я, например, начинаю думать про какие-то свои объекты. А серотонин, ну, наверное, когда у меня получаются какие-то научные идеи. Вот, и дофамин тоже. Но на самом деле сложный вопрос. В реальности не могу сказать. В принципе, хорошая штука, да, наука. Спрашивал мою маму, что она изучает. Она тоже изучала планктон и вот этих рачков в Белом море, самых разных. И когда она ему объяснила, он сказал: «А, я понял, Наташа, вы изучаете, где раки зимуют». Мое сердце тревожную даль за.
томиться? Не томиться не нужно, должны. Мне кажется, да. Ты видишь, что они комком такие вываливаются, что они успели уже склеить. Это такое выделение. Они этим бисусом цепляются за камни, друг за друга. Им просто нужно за что-то держаться, за что-то цепляться, чтобы мимо них несло питательную среду. Смог удержаться, живешь, не смог удержаться, унесло тебя дальше. Вот. О! Пошли как пингвин. Нет. Эти плотные кучки, чтобы было не так холодно.